Сюда, Юда. Так, у нас целых 8 киндеров с коллекцией «Вспыш» и «Чудо-машинки». Давай же побыстрее откроем их. Вот и первый киндер. Шоколад, потрясем. Ух ты, первый у нас большой рог. Интересная чудо-машинка с рогами. Может любого забодать на дороге. Поехали дальше. Понятно, что у нас будет коллекция чудо-машинок. И очень интересно, каких же именно машинок. О, машинка-медведь. Хотя немного похожа на какого-нибудь жука, но это все-таки медведь. Смотри, как он нам улыбается. Продолжаем. Посмотрим, что внутри этого киндера. Разломаем шоколад. Так. Ой, Старла в ковбойской шляпе. Какая же она все-таки красавица. Привет, Старла. Добро пожаловать в нашу коллекцию. А вот и следующий киндер. Давай откроем его. Так. Потрясем. Тут у нас Вспыш! Самый знаменитый гонщик Аксель-Сити! Вспыш суперскоростной! Его просто невозможно победить! Надо, чтобы Вспыш не заскучал без друзей! Посмотрим, что у нас тут! Вау! Это Зэк! Смесь монстр-трака и динозавра! Зэк лучший друг Вспыша! Теперь эти гонщики точно не заскучают! Следующий киндер! Раз! Два! Три! Хо-хо, да это же Крушила! Главный конкурент Вспыша! Крушила самый большой монстр-трак! Но это не значит, что он сможет одолеть Вспыша! Отличная коллекция собирается! Давай продолжим! Так, а вот и Смельчак! Монстр-трак-каскадер! Смельчак еще один хороший друг Вспыша! Вместе они могут устроить отличный заезд! Ну что, последний киндер! У нас сегодня было столько игрушек. Интересно, какая окажется последней? О, Рейк, монстр-трак-тигренок. Тоже друг Вспыша. Отлично. Вот такая классная коллекция монстр-траков. Смотри мультики каждый день на канале Чудо-Юдо. Нажми на эту кнопку, чтобы подписаться на новинки. У нас еще много всего интересного. Что ты хочешь посмотреть дальше?